компактней, быстрее. Я попросил маршала, как только последний становится уже на предстартовую решетку, мы не будем показывать 3-5 минут. 30 секунд. Я думаю, более чем достаточно, чтобы не кипятить ни людей, ни машин. На старте проблема с электроникой. Ну, короче, ряд ситуаций. Провалился, отъехал Драгомирецкий лидер. Долго мне понадобилось, чтобы вылезти хотя бы на второе место, а потом сокращать. Жаре, такое количество людей, которые приехало, огромное им спасибо. Я им очень-очень сильно признателен. В такую жару не поехать к воде, а приехать на гонки, поболеть, посмотреть, ну это дорогого стоит. Спасибо большое. После этого банально лопнул патрубок охлаждения, он треснул, начал подливать жидкость. Я сначала даже не мог понять, что происходит. Нет торможения, я один раз мимо, второй раз мимо, потом я смотрю, температура 110. Ну все, я отпустил газ, пропустил Евченко и съехал в закрытый парк, потому что ну... Дальше этот мотор бы заклинил еще через полкруга. Ну, опять же, температура для всех одинаковая, поэтому ребята, значит, подготовились лучше, чем мы. На этот этап. Ну ничего, мы ждем сентября. Меня это по-спортивному разозлило. И экшен в сентябре я вам гарантирую. Однозначно, сьогодні умови були дуже важкими. Це робило саму гонку важкою. Я не скажу, що в мене вона була важкою в плані боротьби. Мені вдалося на перших же школах відірватися і забезпечити собі нормальну безпечну дистанцію, як показала вже сама гонка до її завершення. Але крім того, що проти мене були ці речі, я переконаний, за мене були вболівальники. Макс зі своєю наклейкою, мої рідні, які сьогодні, на жаль, не змогли прийти, але вони мене підтримували енергетично, морально. Я переконаний, це все допомогло мені сьогодні почати і завершити класно.